Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истина». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина. Потому что я знаю, откуда пришел и куда иду. А вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти. Я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен. Потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек – свидетельство истины. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня. Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего. Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его». Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Поэтому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших.
«Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам, много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру. Не поняли, что он говорил им об Отце?» Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя. Но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мной. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус уверовавшим в него иудеям: «Если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраама, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас».